Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдей, и мы продолжаем прохождение Far Cry Primal. Какие стрёмные звуки издает черепаха. Как-то можно, интересно, завалить ее? Ну-ка, киса, подвинься. Да, можно. Быстро в голову. Ну, видимо, она особо ничего такого цену не дает, поэтому, в общем-то, зря я ее убивал. Ну ладно, проверить стоило, однако. Как бы то ни было. Хорошо. В прошлой серии мы получили нового погоняла ноги мамонта, а также получили парочку новых навыков, потому что привели охотницу. Давайте посмотрим, это навыки охотника. Заблокировано, разблокировано. Отметки врага. Удерживайте ЛТ, прицеливаясь, чтобы отмечать врагов. Работает при использовании дубинок, луков и копий. Отмечает... Отметки не пропадают со временем. Ваша сова также способна отмечать врагов. Вот это полезное умение прокачаем, пожалуй. Так, зрение охотника, растения, в принципе, нафиг не нужно. С помощью охотника теперь вы можете находить мешки с ресурсами. Этот навык также влияет на вашу сову. И при изготовлении стрел в селекторе оружия позволяет создать две стрелы вместо одной. Вы тратите тоже количество ресурсов. Вот это полезная тема. Поэтому прокачиваем мешки охотника, потом попробуем вот это прокачать. Ну, уже сейчас может не хватит навыков. Пока что навыки закончились. Сначала открываем бесполезный навык, чтобы открыть доступ к полезному навыку. Короче, как-то так получается. Ладно, смотрим тогда на карту. Что мы здесь имеем? Помощь Винджа найти и спасти. И аванпост реки Пайска. Давайте начнем вот с этого, наверное. Помощь Винджа найти и спасти. Вот только опять-таки резонный вопрос. Где мне тут подняться? Давай, родной. Не хочет. Южный камень, кстати, редкий ресурс. Надо брать. Блин, вот придется обходить, притом обходить очень по-жесткому, потому что тут мне просто не залезть. Но ничего не поделать. Надо, значит, надо. Где же этот крюк достать? Как бы мне его сделать-то? Надо, наверное, привести всех скорее этих соплеменников как можно быстрее. Ну, этих уникальных, которые вот на карте отмечены, эти все чуваки. И тогда, собственно, наверное, и будет что-нибудь интересное. Так, ну понеслась, давай, рассказывай. Собаки нападают на лагерь рыбаков, Винджи разбегаться. Два Винджи потеряться, ты поможешь их найти. Ты поможешь их найти. Так, а где у меня цель? Собственно, она. Событие Винджа спасения. По-моему, не совсем это она, ну ладно. Ух ты, мать твою! Разбирайтесь. Разбирайтесь. Нет ресурсов. Прочная древесина, блин, прочной древесины нет совсем. Ай-яй-яй, больно, больно, больно. Сейчас убьют меня, скорее всего. Однако я пробую выжить. На тебе, в щи. Да чего живучая тварь-то, а? А ну стой. Где этот ублюдок? Я теперь просто так от тебя не отстану. Ты моего льва убил. А с другой стороны, хер с ним, ладно. Фу, какая жесть. Уже не успею спасти, скорее всего. Ну-ка, приманочку, можно? Ау! Больно. Иди кушай. Вот так. Ну и пошел ты тогда к черту. Еще приманочка. Да, вкуснотища. Иди покушай. Не могу я его приучить, поэтому
На тебе тропа этому в борщ. Вот так. Ублюдочный. Фух, жесткий. Саблезубый тигр. Но ничего. Нормальные его шкуры, думаю, мне тоже пригодится в хозяйстве. Блин, копий нет. Стрел осталось 5 штук. В общем-то, все очень плохо, по-моему, друзья. Давайте призовем еще раз льва. Для этого придется его оживить. Ну, ничего страшного, оживим. Красные листы пока имеются, поэтому ничего. Так, в общем-то, исчезло, собственно, все, что здесь было. Вообще все исчезло, поэтому даже не знаю, тогда куда идти дальше. Давайте тогда все-таки, наверное, вам пост пойдем захватим. С этим тигром, блин, дебильным, все здания в итоге отменились. Ну ладно. Так. Так, этот камень можно взять? Нет, можно. Южный камень. Так, окей, даже не знаю, плыть туда на другую сторону. Наверное, все-таки надо сплавать, а там где-нибудь уже сову вызвать поближе. Наверное, так будет все-таки правильнее. Так что давайте попробуем. Так. Блин, эту штуку надо поджечь. Там может быть что-нибудь полезное. Но если нет, по крайней мере, там сможем укрыться и вызвать сову. Ай-яй-яй, ну только гореть не стоит. Киса смоет, наверное, просто охреневает. Хорошая киса, хорошая. Только мы сейчас с тобой, по-моему, сгорим. Ладно, норм. Шкура саблезубого тигра, шкура редкого белого волка, шкура обезьяна. Неплохо, неплохие находки. Ладно, совушка. Понеслась, родная, смотрим, что мы тут имеем. Так. Это какое-то место, видимо, для вызова подкрепления, я так полагаю. Так, ну врагов реально тут довольно много. Что есть, то есть. Можно, правда, вот тут, так понимаю... А, это освободить моего. Это не животное, это... Там человек сидит, судя по пометке. Так, еще одного пометили. Не знаю, все, не все... Давайте еще покружим, посмотрим. Вот это, видимо, призывает как раз-таки, да, подкрепление, судя вот по значку какой-то, как будто как, типа, горный или рог, куда можно трубить. Ну, в общем-то, не убить, то есть такой ощущение, какой-то нейтральный. Что немного странно. Так, вот еще один. Ну что, надо кого-нибудь, кто в центре сидит, наверное, вот тебя. Хотя, с другой стороны, он сидел, в принципе, поэтому не особую угрозу представлял, но тем не менее. Завалили. И будет. Так, 4 стрелы. Блин, боже мой, а как мало. Где бы мне еще долбанную прочную древесину найти? Здесь нет. Только черепахи. Древесины нет, ладно. Поднимаемся тропа выше, а там уже, собственно, разберемся, что к чему. Ну, с самопостом, конечно, справиться без стрел, это вообще у нас с вами дикая затея. Ну, главное тогда не промахиваться. Главное тогда четко попадать. Можно попробовать, в принципе, вызвать панику. Солнцеходы и Зила. Так, ладно, убираем пока. Угу. Шикарно. Следующего, пожалуйста. Б
убийство зверем. Готово. И еще одного, пожалуйста. Хорошо. Блин, ранил. Убил. Или не убил? Нет, он бежит сюда. А вот зверь мой мертв. Ну ладно, он мне в целом помог очень неплохо. Можно попробовать сову дальше активировать, да и еще, собственно, вызвать подмогу. Для этого сначала надо куда-нибудь уйти спрятаться в кусты, потому что этот ублюдок сюда идет. На тебе, сволочь. Красный лист. Давайте дальше совушку, наверное, вызовем. Ух, там все горит. Матерь Божья. Ну что, тебя, наверное. Давай, родной. До скорого. Вот этих желтых, в общем-то, она не атакует, но их, видите, надо тоже по-любому убивать, потому что они тоже помещаются как враги. Значит, понеслась. Фига они бронированные. Даже не с первого выстрела убивается. Это жестко, надо обыскать, потому что у меня стрелов очень мало. Подожди, а где труп? Угу, на мини-карте видно, в принципе, это в этих кустах должен быть. Так. И чё? Ага, вижу. Сейчас меня впарит по-любому. Пчелиный рой. Ладно, врагов уже меньше. Можно было бы сову призвать, но она же ничего не даст. Так, ладно, пробуем еще раз. Один отъехал, все, меня впалили, по-моему, да. Меня впалили, то есть поставился, не получилось, опять последний враг опять запалил, ладно. Хилимся и уходим. Повестил врагов. Это печально, конечно, вообще. Так, ладно, спокойно. Я думаю, что самое время наживить на помощь Лёву, наверное. На самому куда-нибудь в укрытие свалить нафиг. Так, теперь пометим цели. Новые. Пожалуй, да заодно атакую. Если получится, конечно. Да, вот кое-кого можно попробовать получиться. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять врагов. Вроде все. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Да, пять врагов. Шесть врагов. Вот этот коня подходит. Его и возьмем. Он будет первым. Теперь бы, конечно, не мешало бы обыскать еще, потому что без стрел как-то совсем печально. Давайте попробуем подняться раз здесь. Аккуратненько. И, собственно, взять его сейчас. За одно место. Ой, боюсь, впарит меня сейчас. Но я пробую. Я все же рискну. Пчелиный рой. Стрела одна. Да, не густо. Не густо, учитывая, что вот эти чуваки, которые в желтом или в зеленом убиваются с двух стрел, вот эти желтые. Ладно, пробуем до этого снять хотя бы. Лукаря. Готов. Дальше думаю, что пора уже на помощь льва подтягивать, наверное. Давайте попробуем. Этого сейчас так возьмем. Самостоятельно. Нет, он ушел.
Ну и ладно, ушел так ушел. Так, сова, одна секунда. Готово, призываем, сейчас совой вообще убьем кого-нибудь. Вот этого паренька, например. Шикарно. И, в принципе, последний вроде как остался. И он даже не сможет никого призвать, поэтому мы просто идем и забираем его. На тебе в щи. Жестко, чуть было не убил меня, кстати. Спасибо, лев помог. Фу. Аванпост реки Пайска. Численность Винджа увеличилась. Вот это я понимаю. В тайник добавлены новые ресурсы. Так. Жители деревни плюс 6, уже 36 имеем. А напомню, что как только у нас будет сороковничек, нам откроется новое улучшение хижин. Так, стрел собираем. Это, кстати, очень хорошо, потому что стрел реально не хватало. Давайте обыщем, пожалуй, все трупы. Тупо в поисках стрел. Тут вроде нарисован труп, но я что-то его не вижу. Это же... Что-то странное. Подожди, может, наверху он? Хрен его знает. Какие-то баги, короче, нафиг. Обыскать. Обыскать. Отлично. Вот так уже лучше. Тебя тоже обыщем. Ну, в принципе, норм. Он там еще. Тело подсвечивается. Так, что по стрелам теперь? 6 штук. И можем еще изготовить. Итого 9 уже. Уже лучше. Вот это, может быть, как-то надо уничтожать, или что это с этим делать? Честно говоря, понятия не имею. Ну, ладно. Так, тайничок еще хочется обыскать, потому что в тайничке, может быть, тоже будет древесина. Давайте посмотрим. Да, прочная древесина, 2 штуки есть. Конечно, не густо, но... В общем-то, на халяву почему бы и нет. Так, смотрим дальше. А что мы тут еще имеем? Мясо можно, в принципе, набрать тоже. Так, этих растений у меня нету. Синий лист один есть. Пурпурный листочек один. Желтый северный. Заберем редкий желтый северный лист. Вот это нормальная тема. Целых 3. Неплохо. Так, далее красные листочки. Ольха. Сланец. Тростничок. Северный кедр еще 5 штук. Отлично, сейчас можем прокачать крепье, скорее всего. Северная глина еще одна. Ну и, в принципе, все. По шкурам здесь у нас пока пусто. Но, тем не менее, спасибо и на этом. До хрена всего взяли. Так, давайте смотреть. Тогда можем еще изготовить парочку стрел. В общем-то, уже хорошо. А, не хватает прочной древесины теперь на копье. Надо было копье делать, на самом деле. Ну ладно, фиг с ним. Бомба с пчелами. Кстати, не использовали ни разу. Надо попробовать бы использовать. Ладно, смотрим тогда изготовление, что нам доступно. Нам доступно копье улучшенное. Я думаю, что надо делать. А, брошенное копье наносит больше урон. Следующий уровень урон 2, прочность 3, скорость 2. Делаем. Теперь оно стало острее. О, и сразу же оно у нас появилось. Целых 2 штуки. Вот и прекрасно тогда. Просто чудесно. Ладно, смотрим тогда дальше на карту. Кстати, что по навыкам? Сколько очков? 0. Я вас понял. Я думаю, что надо идти к этому парню, мастер Вуга. По дороге пробовать еще племена уничтожить. Где-то в той степи. Ну, давайте попытаемся. Может быть, что из этого и выйдет. Путного. Твою мать! Крокодильчик. О, господи, боже мой. Сдохни. Фу.
кто меня еще накосил сейчас только что? Неважно. Снимаем шкуру, там кто еще какой-то враг. Лучше нафиг скорее на берег убираться. Фу. Ну и вы нахрен. Готово. Ай! Так, надо немножко полечиться, пожалуй. А теперь бежим и выносим его. Вот так вот. Ох, блин, эти, конечно, сильные удары дубины, это просто что-то с чем-то. Это очень круто. Вопрос решает. Найдено кострище новое. Еще одна точка воскрешения открыта. Это хорошо. Так, вот, собственно, тут надо помочь местным. Местным племенам. Изила Винь же убивать, в пещеру выносить. Зачем? Ты туда идти, ты Изила мешать, мы Винь же хоронить. Без проблем. Вон, куда туда нужно идти, в ту сторону. Оп. Твою мать. Думал, красиво нырнул. Угу, нырнул. Ноги поломал. Ладно, плевать. Выжили и черт с ним. Война племен. Уничтожение. Так, хорошо. Доберитесь до лагеря. А что у меня там? Тут, в принципе, все так и было. Так, тут... Все хорошо, что по поводу стрел. У нас практически максимум стрел, 15 штук. В принципе, неплохо. Ладно, нормально, тогда пойдем. Берем тролук и погнали. Изила. То есть еще какие-то племена. Новое племя. Немного сланца. Пещера солнцеходов. Местоположение обнаружено. Ну, вот здесь, собственно, сейчас и будет заваруха наверняка. Так, вот это же мигает все желтым. То есть можно, по идее, вроде как взять, но что-то не берется. Странно. Ладно, неважно. И какая-то шкала, видите? Любопытная. При этом я пока вообще ни одного врага не вижу. Оп, увидел. Солнцеходы. Отлично, минус два. Надо только не забывать с них стрелы поднимать, самое главное. Так, еще три. Дай-ка кису вылечим сразу. Мне сейчас по-любому понадобится, потому что... Против троих. Хотя можно пробовать, конечно, пчелиный рой использовать. Тоже вариант. Неплохо. По-моему, очень даже неплохо. Сожгите лагерь Изила. Вот почему посвечивается все желтое. Только сейчас прочитал, что мне надо их сжечь. Оказывается. Ну ничего, сейчас сожжем. На, кушай. Я, правда, хотел обыскать, правда, а не тебя покормить. Ну ладно. Покормим мы тебя заодно. Ладно, пора, я думаю, что поджигать. Давайте тогда, собственно, используем лук для этого мероприятия. И понеслась.
Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Ну, теперь понятно, шкала начинает заполняться. Хорошо. Так, жесть началась. Ох, жестоко, прям в череп копьем. Вот это жестко, конечно. Да какое, ну что ты его кормишь-то постоянно? Господи боже, так мясо не напасешься, блин. Так, копье давай обратно. Бум. Иди-ка. Пообедай пока. Здесь я обыскиваю ребят. У них прочная древесина просто есть, это хорошо. С помощью нее можно стилы изготовить. Так, поджигаем дальше потихонечку. На это мероприятие. Давайте это тоже спалим дотла. Так, еще прочно древесины получили. Пойдем теперь в эту сторону сходим, посмотрим, что у нас здесь имеется интересного. Так, а вот сейчас, кстати, кису надо бы немножко и подхилить. Киса, иди сюда. Он, наверное, не понимает, как до меня добраться. Ну, так, стой. Стой. Какой непослушный. На. Вот так. Вот молодец. Да, я, конечно, охренею тебя мясо искать на самом деле в таких количествах, чувствую я. Ну, что поделать. Кстати, рука есть, давайте ее возьмем, попробуем, если она здесь в пещере в этой. Не совсем она тут. Где-то фиг пойми где. Может быть там. Да вроде как и нет. Тут что-то можно, наверное, как-то проломать эту фигню. Угу. Шикарно. Да, вот и рука. Нормальный такой тайничок. И южный камень опять-таки. Плюс одну очку навыков. Отлично. Так, ладно, еще две, чтобы получить награду. Пока что давайте смотреть далее тогда. Что мы тут еще можем им, собственно, поджечь? Им попортить что-нибудь. Здесь у нас все уже сожжено, надо, наверное, дальше идти вглубь углубляться. Вот тут можно, наверное, еще поджечь эту хреновину. Да и, в принципе, здесь тоже. Дофига чего можно еще сжечь. Бегут еще, бегут ублюдки. Ух там. Там уже больше стало. Ай, больно, больно, больно. Отходим. Я думаю, что Лёва там сам справится. Лёва сдох. Так, хилься, хилься, хилься. До свидания. Так, кису надо оживить теперь, срочно. Все, родной, живи, не кашляй. Практически спалили лагерь-то, смотрите. Осталось буквально еще что-нибудь одно поджечь, и все будет готово. То есть в целом норм. Ну, конечно, жестко после каждого такого поджога, блин, набегает целая толпа этих ублюдков. Ну вот, собственно, кажется, здесь можно вот это поджечь.
Отлично. Уничтожение завершено, покиньте область. Ну вот и чудненько. Ну, валим отсюда теперь. Из правотрупов дофига осталось необыскиных. Давайте обыщем, потому что древесина на дороге не валяется, как известно. Мясо. Так. Так, ну вроде норм. Ладно, надо потихоньку отсюда убираться. Еще бы я помнил, где выход. Было бы вообще здорово. Ну, надеюсь, что где-то в этой стороне, где мы все спалили. Наверное, там куда-то надо двигаться туда. А, вот, собственно, мини-карте нарисовалась где-то справа. Ну, вот и чудненько. Ну, ох, тем временем здесь стемнело уже вовсю. Отлично, война племен, уничтожение выполнено. Давайте берем метку, потому что она просто мешает. Так, 2 очка навыков. Что можем на них прокачать? В принципе, тут стрелы я хочу изготавливать в 2 раза больше. Давайте, наверное, изучим. Полезный навык. Далее, карта. У нас стоит метка. Стоит она просто ни на что. Надо убрать ее. Блин, ну дальше тут дофига всего еще интересного есть. Давайте пойдем, наверное, тогда, может быть, на следующий костер, например, откроем. А после костра пойдем уже на может быть, следующий знак опроса. Как-то, наверное, вот так. Ну, а здесь, в принципе, сейчас можно будет и серию закончить. Я думаю, что... Откроем кострище. Отлично, костер. Найдено кострище. Посмотрим, что у нас в тайнике нового накопилось. Так, заполним ресурсами. Всеми, которыми только возможно. Бомба с пчелами, хорошо, давай мясо. Мясо мне пригодится. И животного лечить, да и самому, собственно, кушать. Тоже не помешало бы. Ну и, в общем-то, все. Не густо. Ладно, друзья, надеюсь, что вам понравилось. На этой ноте, пожалуй, будем заканчивать. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте про комментарии. А для вас играл и комментировал Балда. Это была игра Far Cry Primal на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.